Вот мы быстро добрались до конца наших периодов. Девятый период мы знаем с вами, что это период заключения, да, и символическое окончание, да, одного периода на другой период. Девятый период имеет более значимое положение в этой системе. Мы начинаем его с самоанализа, делаем какие-то, выделяем приоритеты, чтобы двигаться дальше к намеченной цели. Мы подводим некие выводы. Даже начинается прощание с тем периодом, который у нас был, а именно 9 лет. Что долгое время было долгим, да, это занятие, новые привычки. Этот цикл нельзя назвать приятным и вдохновляется. Поступает к нам движение пустоты и страх неизвестности. Вам надо будет освободить пространство для чего-то нового, для новых возможностей и новых ценностей. И запомните, что жизнь циклична, и как ты его повернешь, маятник своей души, так и он будет двигаться дальше. С вами была я, Наталья Кузьмина.